И на самом деле, начало приветствовать всех уважаемых зрителей. Сегодня 9-й урок чтения для начинающих. У нас два действующих лица. Это Ольга и продавец. Ольга, ну ничего. Добрый день. Продавец. Тенин. Ирощай Масе. Добро пожаловать. Сами Масен. Сано Тябано. Мисте так и извините, ту сумочку подождите, пожалуйста. Это можете заметить, я отметил одним цветом одни и те же слова. Дозо, прошу вас. Корова Докона Кабандеска. Откуда? Это откуда сумочка? То есть чего производства? Францонадес. Французского. Икора деска. Сколько это стоит? Досен эндес. Что видите, тут 5, это будет у нас го. И 1000 это сен будет. Досен 5000. Допустим, если 6000, просто 5 на 6 понять. Ротусен ин. Нанесен ин и так далее. 5000 йен. Дева, корову тогда сай. Тогда это, пожалуйста. Всем большое спасибо, продолжаем.